Всех приветствую, продолжаю работать над машиной. Подогнал уже две двери, все отлично, они подходят. Двери замечательные пришли. Так, потом сделал я вот тут радиаторы. Они были гнутые. Вот радиатор кондиционера еще остается немножко деформированным. Но больше я его трогать не буду, так как можно наоборот его попортить. А кондиционер заправлен. Он и так будет нормально все работать. В таком положении его я оставлю. Вот этот я радиатор здесь крепление, все подогнул, сделал. Мордочку уже чуть-чуть подтянул. Вот, сейчас мне еще надо будет вот эту часть не намного, миллиметра на 3 подтянуть. Здесь я, так как машина на пеньках стоит, просто кинул растяжку. Вот, чтобы она мне там натяг не сильный будет за подрамник. Чтобы мне можно было спокойно подтянуть вот эту часть. Плюс еще надо будет капот немножко подтянуть в бок. Вот эта часть, что хорошо у X-Trail, я ее поправил, откручивается. Мне надо будет, чтобы ничего тут не попортить, не привариваться. Сейчас вот эту часть на болты прикручу. Вот есть у меня вот такие вот, такой вот замечательный дырокол. Это они в магазинах такие продаются, но это самодельный, делали токаря. Вот, и надо мне будет тут отверстие продыроколить. Вот такой вот дырокол незаменимый. Очень часто я им пользуюсь по-быстрому, чтобы даже что-то там не сверлить. Попрокусывал таким образом отверстие. Какой нужной величины. Сейчас поближе покажу, как примерно это происходит. То есть вот металл 1,2 колет нормально. Но это уже на максимуме. Двойку им не проколоть. Только можно поломать. Но это ни к чему. Ну вот таким образом я проколол два отверстия. Теперь можно будет прикрутить. Итак, настроился. Сейчас буду тянуть. Сразу рулетку кинул. Мне тут ногу подтягивать не надо. Сразу, чтобы смотреть. Так, ну вот, почти у нас все вытянуто. Сейчас еще чуть-чуть. Еще немножечко. Ну все, вот таким образом вытянул. Можно отпускать. Все отлично получилось. Ну вот я и закончил кузовной ремонт Nissan X-Trail. Осталось только его покрасить. Вот отрихтовал здесь капот. Сейчас уже приступлю к подготовке к покраске. Ну вот я и закончил кузовной ремонт Nissan X-Trail. Все покрасил, вытянул, подогнал. Вот так вот выглядит, как новый. Все в идеале.
Ну, на этом, пожалуй, все. Всем удачи!